Заканчивается подготовка к новому учебному году в школах Кубани, в том числе и в Славянском районе. Особое внимание при подготовке уделяется антитеррористической защищенности. Во всех организациях безопасность обеспечивается специализированной охраной. Вопросы безопасности образовательного процесса обсудили на заседании региональной антитеррористической комиссии. По сравнению с прошлым годом значительно увеличился охват школ современными техническими системами обеспечения безопасности. Губернатор Кубани, который проводил заседание комиссии, отметил, что камеры видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации есть в каждой школе. Он подчеркнул, что все это оборудование должно исправно работать. Охранникам нужно четко понимать, как реагировать в любой ситуации. Все эти меры предпринимаются не для галочки, а для обеспечения реальной безопасности учащихся. 96% школ и 86% детских садов в Краснодарском крае уже контролирует специализированная охрана. Не нужно забывать и о требованиях пожарной безопасности. Также стоит побеспокоиться о том, чтобы доставка школьников и ситуация на дорогах рядом с учебными заведениями были полностью безопасными. Это немаловажный вопрос безопасности дорожного движения. Что необходимо сделать? Но это уже было от тем не менее. Даже качество прибытия детей в школу, неважно, они будут на автотранспорте, их родители привозят на автобусе, переезжают, либо пешком идут. Вот качество сохранить прежнее условие. Именно качество в плане безопасности прибытия детей в школу. В Славянском районе подготовка к новому учебному году проводится под постоянным контролем главы района Романа Синеговского. Мы обязаны организовать учебный процесс и охрану общественного порядка. И с учетом пандемии, которая сегодня существует, значит, сам вид нормы соблюдения правил. Поэтому первый вопрос о санкции. Все у нас организовано. Наша задача минимизировать контакты детей в период обучения. То есть, применяя ступенчатый режим, мы минимизируем контакты между детьми. Они заходят по своему расписанию. Для каждой параллели будет свое расписание звонков. Они не будут пересекаться. Перемены минимальные, 10 минут между уроками, только для того, чтобы учитель перебежал из класса в класс, потому что дети будут находиться только в классе. За каждым классом будет закреплена зона рекреации и зона на улице, где есть зеленое насаждение. И питательные перемены у нас будут от 20 минут. С учетом текущей эпидемиологической обстановки все учебные заведения должны будут перестроиться, чтобы сделать обучение как можно более удобным и безопасным. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».